И снова всем здрасте. У меня сегодня выход за травкой. Кинулся, хотел вчера попить, а у меня ее нету. Травка называется донник. А ее здесь навалом. Вот она. Вот это донник. Желтый. А еще есть белый. Я себе уже надрал. Много не буду драть. Донник — это трава, которая кровь разжижает. Вместо аспирина. Зачем аспирин покупать? Кардио или еще какой-нибудь. Вот. Травка. Донник. И все. Только надо не увлекаться им сильно. А то можно так разбавить свою кровушку. Вот так вот. Так, потихоньку сейчас надеру ее. Сколько мне надо будет. Вот в таком месте я нахожусь. Вот сейчас еще этой попробую. А что ее пробовать? Она уже ништяк. Облепиха. Донника мне надо. Больше ничего. А еще залезу в гору. Один год я там опять много было. Сейчас залезу, посмотрю. Будут они в этом году или не будут. Ну все. А пока я рву эту травку. Вот здесь в основном желтый преобладает. А там внизу я белый видел. А вон синенькие цветочки цикория торчат. Ну ладно, все, попер я. Облепиха пошла. Тут вообще она хорошая, прям крупные. Ягоды крупные, хорошенькие. У меня слюни потекли. Ну все, я ее так сейчас поем. Ой, не могу уже. Кто будет со мной облепиху трескать? Тут ее просто тьма, тьмущая. И я ее сейчас буду кушать. Все, я пошел. Журавль. Ё-моё. Вон он. Улетел уже, наверное. Ну где он? Вон он. Сейчас бахнется. Сел. Хоть не возвращайся. Где-то вот там, на той стороне присел он. Я возвращаться не буду. Три журавля, а? Сели. Твою Дарданеллу. Ну пусть сидят. Тут по день еще есть. Да ну их нафиг. Ну не надо. Вот этот березняк залезть и посмотреть. Там должны быть мухоморы. Рыбки плывут ко мне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Он еще подтягивает. В этом болоте рыба есть. Я ее вижу. Ну ладно, пойдем дальше. Вот такой грибочек мне попался. А нога у него толстенная. А он гнилой, гадина. О какой. Не, не мой. Не буду я такой брать гриб. Мухомор попался.
А тут у меня еще маленького. Березовики. Здесь папоротник еще не пожелтел совсем. Но это другой лес. С другой стороны города. Что я нашел? Вот что я нашел. Сейчас я его срублю. Я же говорил, что они здесь есть. Ну иди сюда. Бух. Фу. Вот такой мухоморчик мне попался. Я его забираю. А посажу я его вот к этому мухоморчику, к белому. Иди сюда. Вот так. Пошли дальше. Ладно. Пошел я рыжики срублю. Не отключается опять что-то у меня. Еще один попался мухоморчик. Такой вот красивый. Берем. Вон рыжики торчат. Вот один, вот второй, вот третий. Ну а вот под этой елочкой в прошлом году уточка гнездышко свила. А в этом году, наверное, нету. О, какой красивый. Что, заглянем? По-моему, я там что-то вижу. Гриб спрятался здесь. Вот он сидит. Иди сюда. Ты кто такой? Почему я тебя не знаю? Ну вот он красивый. Но я не буду брать его. Я не знаю, что это такое. И пахнет он как-то не так. А это бычок, что ли? Нет, не бычок. Бычок пусто должно быть. Не знаю, не буду брать, все. А, я еще черный грусть нашел. Сейчас покажу. Черный грусть у меня есть. Вот он. На елке растет. Ну, тут у меня уже корзинка моя, такая своеобразная, почти полная. Три мухомора. А где остальные? Их, наверное, уже здесь кто-то вперед меня подбрил. А в большой семье не щелкай. Так, что у нас тут есть? Ну, пойду дальше. Как вам такой грибочек? Ну что-то посинел он. Я у него срезал ножку, а она он сразу почернела. А так красивый. Все, пусть здесь лежит. Пойдем журавлей искать. Куда они спрятались? Ну, по-моему, вон они торчат. Но я не уверен. Пойду подкрадусь, поди. Ну, он сидит. А что за ним не сходить-то? Вот как за ним не идти? А вот еще рядышком один. Они под березовички сидят. Так, ну-ка иди сюда. Один. Ну-ка. Иди сюда. Второй. А затем как вылазить? Я его не достану, поди. Достану.
загнутый весь. Ну-ка, хорошенькие прям. Прям ништяковые они. Берем. Все, у меня торба полная. Под завязку. А вон еще вижу. Но я за ним не полезу. Это какой-то не такой. Фух. Я знал, что они здесь будут. Ну вот они. Вот он стоит. Красавчик. Вот он. Такой вот. Вот еще один рядышком. Махачки такие, два штучки прям. Ну, давай. Оба-на. Оба-на. Вот такой. И вот такой. Так, что-то мне не нравится твое. Вот это вот. Нормально. Так, а это что? Это вообще трещат. Все. Что еще тут есть? Это не наш гриб. Да вон он уже торчит. Видите? Я вижу. Вот он. Фух. Ну вот он же. Еще и мухана. Тут еще одна мухана. Вот хана. Так, где у нас там журавли? Вот они. Они меня быстрее увидали. 4 штуки. Еще и орут. Что-то заметались. Садитесь, не понтуйтесь. Все, полетели на другое озеро. О, и тут мне подосиновичек попался. Ну-ка, иди сюда, ты где у меня? Вот он. Там еще маленький лезет. О, выпадывают уже, не у меня, с моей баклажки. Ну-ка, Махачка, иди сюда тоже. Все, в торбу. Все, запутался весь. Вот сколько здесь много. Но это не наши грибы. Я такие не беру. Так, с этой стороны есть что-нибудь? Утка улетела. О, а то ломимся. Куда же? Глаза глядят, не знаем. Ну-ка. Ну, конечно, это наш гриб. Сюда его. И ты еще видел. А вот он. Вот он.
Иди сюда. Наш или не наш? Наш. А тут что? Прячутся. Не хотят идти со мной, а придется. Сюда. А ты кто такой? Это непонятная судьба. О, еще один торчит. А шляпу заберу, да и все. Так, а вот еще. Смотрите, какой. Все, какой-то уродец. Не наш. Вот наши. Один. Думаю, что не хватает. Оказывается, тут пересохло все. Почти пересохло. Воды-то было больше. Куда-то делось. Вон еще один шарик. Он кустяра какой с облепихой. Перешел на другую сторону. Туда сходил, сюда сходил. Подхожу, а тут вот они торчат. Надо к ним спускаться. Пойдем. Ё-моё, он там еще внизу вижу. Прям такой жирный. Ой, ёкаламана. Ну-ка, ребята, что мне скажете? Пойдет. Омана. Нормально. Так, давайте на гору. Стой! Я пошел еще ниже. Тут тоже уже кто-то лазил без меня. Я вон чувствую здесь. Ой! Где-то вот тут видел. Вот он. Вот он какой. Прямо отличнейший. Красивый такой. Ну, иди сюда. Оба-на. Вот такой. О, красотуля. Они вон там, вон есть какие-то. Походу, это свинухи. Ну-ка, подойду сразу. О, сколько их здесь. Это свинство. Я их сейчас срежу. Свинушки называются. Смотрите, какой вымахал. О, здоровый. Он просто здоровый. Но ему, видать, уже точно хана. Мы его сейчас подрежем, посмотрим. Так. Облепихище. Здесь просто ее много. Как вам облепиха? Тут ее целые заросли. Вот сколько здесь ее много. И тут копчики кружат. Скоро улетят домой. О, облепихи. Пожалуйста, приходите, берите, ешьте, кому не лень. Ухватил кусок. Вот еще. Ну что, у кого там скулы сводит? А что? Еще вот с этой. Вкусно. О, кругом она. Кругом. Фух.
там тоже. И тут. Все, вылез. Ты чё, хочешь напасть? Ладно, отключусь пока. Сейчас пойду подкрадываться еще к журавлям. Вон он полетел. Набирает высоту. Все, тяжелая птичка. Ё-моё! Да, тут круто маленько. Не уехать бы туда. Там вообще отвес. О, дождик как тут все размыл. Я даже не понял, откуда он взлетел. Откуда-то сбоку. Ну да ладно, бог ему судья. Пусть летает. Там она облепиха тоже внизу. Она тут кругом. Ну теперь точно все. Всем пока. Пока-перепока. Итак, грибочки у нас разобрались. Почистились немножко здесь их. Сейчас я их сварю. И решил я с них забодяжить. Икру маленько, баночку маленькую. Ну, ждем, когда закипит. Ну вот, получилась икра. На два раза отварили грибы. Потом морковка, лук, чеснок и перец добавили отдельно. Масло подсолнечное. Все, икра готова к употреблению. Налетай, подешевело.